Стройматериалы из пластиковых отходов. В Австралии началась новая программа, в рамках которой перерабатывают контейнеры от контактных линз. Ежегодно только на континенте их выбрасывают до 500 000 000. Это расходный материал, который в основном оседает на свалках. Теперь же из них делают самые разные материалы для строительства. Хорошая новость в том, что они идут не на свалку, а в другое место, где перерабатываются в пластик и алюминий. Шестимесячную пилотную программу запустили в Аделаиде. В рамках нее контейнеры из линз собирают и перерабатывают в компоненты для таких материалов, как сталь. Я думаю, что люди сейчас гораздо больше знают об одноразовом пластике, поэтому, вероятно, будут рады попытаться защитить окружающую среду. В Австралии прилагают много усилий по переработке пластика, однако медицинские изделия реже идут на утилизацию, поскольку это затрагивает вопросы защиты здоровья и безопасности людей. Впрочем, в этой сфере также есть прорывы. При этом все больше потребителей сами начинают задумываться, как сократить объем отходов. Это должен быть беспроигрышный результат, когда все участники этой цепочки поставок хотят сотрудничать и изменить ситуацию к лучшему. Это серьезная проблема, и одна организация вряд ли сможет справиться с ней в одиночку. Если программа окажется успешной, то за полгода на свалки Австралии не попадет примерно 200 000 контейнеров для контактных линз.